Более сотни фоторабот, созданных современными молодыми авторами из Японии. 8 опытных фотографов представили на снимках уличную жизнь разных районов Токио. В объективах камер простые жители, дети, дома, магазины, явления природы. Из пазлов по кусочкам рождается жизнь огромного мегаполиса. Состав из 3 серий – «Зебра», «Пандемия» и «Ливень или снег в Токио». Этот семантический пазл из людей, действий, пейзажей, артефактов – создает довольно глубокий и обширный образ большого города Токио. Выставка «Город и люди» – это кураторский проект Андрея Мартынова в рамках его авторского фестиваля «Другое измерение», который проводится в Новосибирске с 2006 года. Это долгоиграющий проект, где Андрей Мартынов сотрудничает с восточными авторами, и на выставке «Город и люди» сейчас представлена именно современная японская фотография. Есть город, в котором люди практически не видны с высоты птичьего полета. Есть авторские эксперименты. Например, один из авторов снимает одно и то же место с одной и той же точки, но с разным количеством людей. Район Сибуя – один из самых модных центров Токио. Особенно он популярен среди молодежи, ведь там преобладает ночная жизнь. Кроме того, здесь и модные бутики, и самые высокие небоскребы. Автор этой серии работ проиллюстрировал один день из жизни жителей Сибуя. Здесь и занимаются спортом, играет музыка, необычные ракурсы автор увидел. И еще люди спешат на работу и в попыхах перекусывают. Вот такие жители Сибуя. Вернуться в прошлое, открыть для себя будущее, познакомиться с культурой разных районов Токио сквозь призму объектива авторов можно в ЦК-19 до 30 апреля.